Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. Я приветствую вас на своем канале, канале, посвященном моде, красоте. Мне 36 лет, я персональный покупатель. Сегодняшнее видео я хочу записать о пальто. О пальто, которое, на мой взгляд, может подойти большинству типа девушек и женщин с любым типом фигуры. Оно украсено, на самом деле, для меня это универсальный тип пальто. Есть очень много роликов на YouTube о том, как выбирать пальто, какие пальто могут быть и так далее. Я рекомендую только один тип пальто, который очень украшает, на мой взгляд, любую женщину. Я, безусловно, в белой футболке, но только потому, чтобы был виден контраст, чтобы можно было показать, чтобы все это, в общем-то, на темном свитере не потерялось. Итак, что особенного в этом пальто? Это пальто так называемого халатного типа. Соответственно, есть варианты пальто совершенно без застежек. Это пальто имеет застежку, и, в общем-то, наверное, в этом его удобство. Но очень часто оно, пальто такого типа, застегивается просто на пояс. И, соответственно, называется застежка халатного типа, мне кажется, по-русски это называется. Ну, в общем-то, если я буду переводить с итальянского, то да, это будет застежка халатного типа. Итак, в общем-то, это пальто можно носить без пояса, но, безусловно, с поясом удобно, потому что оно греет. Очень часто на пальто пояс развязывается. Что мы делаем? Мы завязываем один узел и тут же этот конец продеваем еще раз. Так все это затягиваем, чтобы наша талия была видна очень хорошо. И отпускаем. Я вас уверяю, ничего в таком варианте не сползает, не развязывается, пояс не скользит. Можно затянуть еще третий раз сюда, так будет совершенно все наверняка. Соответственно, такое пальто, оно хорошо смотрится со своим родным поясом, оно будет прекрасно смотреться и с кожаным поясом, но на самом деле кожаный пояс не позволит вот так вот, в общем-то, вам утянуться, потому как он будет сползать. Я уже говорила о том, что пояса, они имеют такое свойство, они, в общем-то, скользкие, они ничего не драпируют фактически. Безусловно, резинку сюда надеть мы не можем. Поэтому в таком варианте можно использовать даже еще один пояс. Допустим, тонкий ремень, это может быть ремень со стразами, совершенно такой игривый вариант. Такие пальто очень хорошо смотрятся, когда еще не так холодно, и, в общем-то, это пальто и можно носить как платье фактически. Это, во-первых, очень удобно, вы накинули и побежали, а во-вторых, это смотрится, на мой взгляд, очень-очень секси. Такие пальто имеют, как правило, вот здесь еще одну пуговицу, соответственно, если холодно, все это мы застегиваем. Вот так. Рукав, если не очень холодно, если температура позволяет, если, в общем-то, мы надели его в варианте как платье, можно даже вот так поднять. Я очень часто так ношу пальто. И да, вот так вот это все примерно будет смотреться. Отсюда может выглядывать тонкий свитер, создавая контраст, например, белый либо бежевый, все это будет очень хорошо смотреться. Либо, в общем-то, отсюда может выглядывать голая рука, если температуры позволяют, если, в общем-то, вы достаточно смелы для такого эксперимента, потому что многие, безусловно, скажут, что ты так вырядилась. Ну, в общем-то, вот так часто я все это ношу. Итак, повторюсь, это пальто, которое не застегивается, оно запахивается. Крайне редко на нем, видите, очень даже трудно развязать таким образом завязанный пояс. Оно крайне редко имеет здесь пуговицы, но не бойтесь этого. В общем-то, даже просто запахивая его, зная секрет с ремнем, то есть несколько раз его обернуть вокруг себя, то, в общем-то, вы будете прекрасно смотреться. Также можно использовать сюда платок, Наталью я имею в виду, да, Наталью. Еще раз, да, такие, в общем-то, стильные, красивые, сделаем селфи, да, посмотрим на себя. Вот так, вот так. В общем, такое пальто рекомендую вам. На мой взгляд, это единственный тип пальто, который я бы всем рекомендовала. Все остальное нужно мерить и смотреть, исходя из роста девушки, исходя из типа ее фигуры, в общем-то, исходя из потребностей. Такое пальто, как правило, очень длинное, оно даже ниже середины голени, в общем-то, прекрасно греет. Хорошее всем пальто. До свидания.